В Институте управления экономики и финансов Казанского федерального состоялось совместное заседание коллегий Министерства финансов Республики Татарстан, Управления Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства по Республике Татарстан. В заседании приняли участие министр финансов России Антон Силуанов, президент Татарстана Рустам Миниханов, ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и другие официальные лица. Перед началом заседания Антон Силуанов и Рустам Миниханов посетили Институт управления экономикой и финансов. Министр финансов передал и напутствие будущим коллегам. Хорошо учиться для начала, да? А потом творчески подходить к своей профессии, постоянно думать о том, что нужно улучшить, как это сделать, как усовершенствовать свою специальность, ту или иную профессию. Это позволит просто вырасти, не обязательно становиться министром, просто нужно быть хорошим специалистом в своей области. Гости познакомились с деятельностью института, побывали в учебных аудиториях и компьютерных классах. Ректор университета рассказал гостям и о том, как достичь взаимного проникновения каждого из институтов, входящих в состав университета. Все дело в концепции университета 3.0. Она предполагает развитие сразу в трех направлениях – образование, наука и технологии. После небольшого экскурса по институту все участники собрались на совещании в актовом зале, где обсудили итоги деятельности финансово-экономического блока Татарстана и задачи, входящих в него ведомств на 2017 год. На заседании Антон Силуанов отметил, что площадка проведения встречи университет стал не случайно. Здорово тоже, что мы несколько изменили наши традиции, собрались здесь, в Казанском федеральном университете. Видим прекрасная тоже здесь обстановка, возможности. И тоже это очень приятно, что теперь студенты учатся в новых современных корпусах, новых современных аудиториях. Это тоже очень здорово. Помимо хорошо оборудованных кабинетов, министр финансов сказал и о молодом преподавательском составе, который способен научить студентов самым актуальным и современным тенденциям в экономике и финансах. Рассмотрев финансовые отношения между Федерацией и Республикой, Антон Силуанов обсудил с Ильшатом Гафуровым роль Казанского федерального в экономике региона. Ведь Казанский университет играет не только образовательную роль, но и является настоящим экономическим кластером. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.